Итак, в этот же день мы с Сережкой выбрались. Привет, привет всем. В своем фирменном наряде, блин, это пиздец. Тут грибы, идем по лесу, смотрим всякие уже грибы на обратном пути. Если трезвые будем, может, грибочков пособираем. Поехали мы на лесную. Сейчас какой-нибудь новый пляж тут тоже освоим. Посмотрим, где тут можно покупаться. Я вот там в самом конце видел какой-то песчаный пляжик. Посмотрим, что там. Ой, блядь, чуть не уебался. В море будешь. Вот, родничок чистенький, все еще текет. Красота. Что, кто-нибудь схватит тебе за морду там? Там страшно под этим бревном. Красота, красотовая. Да, тут вот водичка недалеко от моря. Кто-то костры тут разводил. Ой, блядь, что тут? А, это камни. О, сейчас вот этот пляж будем осваивать. В пенечке сядем, аккуратно, бревнышко. Есть там, бля, угу. тут галька. А, в принципе, и там галька. А мы еще сходим туда покупаться. Тут здесь тенек. Клево. Вот тут такой подъем, веревкой оборудован. Так. Так. Ну-ка, на, поснимай, как я буду спускаться. Не урони потом. Раз, нет. Да, дедушка Хулио пошел спускаться. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Вот. Вот лавина одна за одной. Аккуратно. Дедушка Хулио, аккуратно. Все. Дедушка Хулио спустился. Вот отличный прям. Да что ты такое, Почему у меня фотоаппарат светится? Не знаю. Вроде запись идет. А светится, что фотоаппарат. Странная какая-то. Так, ну, это давай, вон на камушке даже столик можно сделать. Да, вон там как раз и бревно. Так, посмотрим, что там за углом нам покажут. Тут придется идти. Я специальные ботинки непромокаемые взял. Ой, ёпанишка, холодненькая что-то. Ой, блядь. Еп, сразу камней полные ботинки непромокаемые. Что-то он там синее такое болтается. Ну-ка пойду посмотрю. Фига себе. Там кто-то сидит, может. Ой, блин, прям яйца заморозило. Слушай, а что это такое? А, тут народ сидит. Ясно, это что-то там их не водка, наверное, охлаждается. Я уже хотел стырить. Ну ладно. Ну какие тут места чудные. В принципе, вода недалеко, но здесь вон пароходы рядом. С парохода всякую хрень сбрасывают, поэтому не самое чистое тут море. Тут еще гениальные наши краевые власти закон придумали, что нельзя купаться на пляжах, не оборудованных специальными там вышками, еще чем-то там, я не знаю, не читал, но краем уха сегодня таксист рассказывал.
Они ебанутые. Хули тут сказать. Больше сказать нечего. Город тут это самое. Куча туристов приезжает. Ёб, меня сейчас тут смоет нахер. Репортаж из другой точки сделаю. Это тут до трусов аж пробивает. Ну пошел, давай, погнал. Давай, заныривай, пока батарейка светится. А, Сергей Сергеевич пошел на заплыв. А кто-то говорил, что его хрен в воду затащишь. Это смотри-ка. Водолаз тот еще. Ай, ты смотри, как рыба-карась прям булькается. Молодец это. Красавчик. Ладно. Камни интересные там. И на том конце камень. Довольно интересный. О, так вот. Что я тут рассказывал-то? Запретили, значит, купаться. Вовсю хабаровчане, туристы. Даже москвичи едут на приморские пляжи. Потому что... На Керченском мосту, говорят, пробки. А Анапа. Анапа, по-моему, да? Что там, камни под водой? Камушки, да. Ноги не ломаешь сильно там? Так, ладно, пойду я тоже занырну. Пора на стол накрывать. Давай, выныривай, иди на стол накрывай, короче. Пора по 100 грамм. Я же индикаторы есть, она должна работать. Мне кажется, для красоты китайцы сделали эту батарейку. Не-не-не, она заряжает. Это не батарейка, это заряд. Зарядка у нее обычная, блин, USB-шная. Ну и от солнца она может заряжаться. А, тут сомневаюсь. И какая собака водолазная. Блин, она меня не съест, я сейчас полезу. Так, ладно, давай, что-нибудь доставай, там вкуснячки всякие разливай, я пойду занырну. Ай, ты кто тут к нам пришел? Собака! Блин, самим маслом. Давай. Водю. Так, ну чё, за освоение нового пляжа. Мы самые умные, мы в тенечке, остальные все вон на жаре жарятся, а мы самые хитрые. Вода теплая, да? Ну если глубоко не нырять, метр под водой уже прохладненько. О, давай. Прекрасный отдых. За нашу прекрасную находку. Красивее природы. Ну, где-то может и есть. А для нас красивее природы нету. Ой, блин. Ой, зато холодненькая. Уходим мы стоять цепочкой. Едут в город патрули. О, это Ира Ежова. Моя любимая певица. Не хочу.
Убегала девушка, а парень догонял похочущее счастье. Убегала девушка, а парень... Ой, красота! Красота! И тенек вообще заебись. Да. А с ночевкой вообще будет нормально, куда если рвануть. Собака, конечно, зверская, блин. Ну, это как его, боксер, не боксер. Сапнет, блин. Или став. Сапнет, мало не покажется. Это либо став, либо боксер. Ну, больше чем-то на става похоже. А, всем привет. Что-то иногда смотрю, это там типа лесные, там еще что-нибудь. Как они там, блядь, то из дерева там в тайге домики строят, то, блядь, из камня нахуй. Камень и глина нахуй. Такие херачат домик. Все такие с матершинными словами прям, да? Не, ну я говорю... Ты, же, ты вот слово сказал, из них, кроме матершинных, только два было не матершинных, блин. Не, то они то землянку делают классную, то, то домик построят из камней. Да. Угу. Камни и глина, и больше нифига, блин. Ой, бля, все-таки. Что было думать, блин, надо было сразу выбираться. Собачек жалко, блин, только дома сидят в жаре. Да Лаки уже старая, куда ей двигаться, блин? Ой, да. Выпустил погулять. Фу. Попробовал с маской понырять. Ничего не получается. Короче, это самое. Ну, буквально к самому дну надо подныривать, чтобы что-то увидеть. Вода не сильно мутная, но все равно видимость сантиметров 20 под водой, не больше. Мутноватая все-таки вода. Поэтому надо подождать, пока вода будет почище. А вообще тут очень много мидий в этом районе. На камнях там, в позатом году тут нырял, тут, ой, такие тонны мидий можно собирать. Правда, кто жрет эту херню? Песчанки – это вещь. Короче, неудачная маска сегодня. Ну, ваше здоровье, господа подписчики. Ой. Все. Хорошо посидели. Что-то у тебя рожа все время сморщенная такая, не пойму, а? Так, пару часиков повялились, пошли домой, короче. Спасибо и этому дому, пойдем к другому. Идем еще грибов пособираем на обратном пути по лесочку. По пути сюда видели сыроежки. Странные тучи вон там в районе горы Сестра. Очередной дождик идет, что ли? Так, вот он, крестовичок, паучок. Ядовитый он или нет? Кто знает? Паук, крестовик. Сейчас укусит меня. Что, веточкой думаешь лучше? Эй, эй, чувак. Он с перепугу такой вон кучу ниточек
Просто на нем не сводится нихуя сведение. Ёпта, блин, чудак, тяжело, блин, подниматься-то в эту гору было-то, я не пойму. Фига я какой тяжелый стал. Короче, не густо с грибами. Одни сыроежки. Так, небольшую сковородочку с картошечкой набрали. Ой, ну зато накупались вдоволь, конечно, сегодня. Пойдет. Все, идем на автобус, сядем и до дому дошлепаем. Народ, переезжайте, блин, из своих озерных речных краев к нам на море. Здесь заебись. Что в Москве делать? Кроме денег, блин. Вот все за бабками тянутся. А мы едем за туманом. За туманом и за запахом тайги. Вон пляж Лесная, куда мы уже 100 лет не ходили. Народу так маленечко есть. Туда практически можно на машине спуститься, вот дорога. Дорога, в принципе, ничего, так вроде подградировали маленечко. Вон пацаны там ныряют, там так это камни и стоят вроде, да? Вон группа пацанов стоит, они оттуда ныряют прямо в море. Там небольшая глубина, по-моему, по грудь. Разве ты прийти раньше? Это пляж Лесная в Находке. Где же ты была? Так, а где помойка? Сергей замучился он мусор нести уже. Надо же помойку найти. Голова загудит гудком темный лес. Красота. И закончатся все слова. Провожай меня до небес.